В Чувашии впервые отметили День избирательных комиссий. Дата не случайная. Именно 27 июля в 1995 году прошло первое заседание Центра избиркома республики. От поздравлений до именных наград чествовали тех, кто внес весомый вклад в организацию выборов в регионе. В форматах ГАЗ-выборы и организована работа. Созданы хорошие стартовые возможности для внедрения новой версии государственной автоматизированной системы. Один из ветеранов избирательной системы Анатолий Сайкин в республиканской ЦИК почти 20 лет участвовал во внедрении государственной автоматизированной системы ГАЗ-выборы. ЦИК Чувашии является, по сути дела, полностью оператором системы ГАЗ-выборы под руководством, естественно, Центральной избирательной комиссии. То есть мы просто сегмент. И на самом деле ведь в ГАЗ-выборы системе это главное не компьютеры, набор программ, а главное люди, которые там работают, системные администраторы, которые все обеспечивают работу всей системы. Новым этот праздник стал не только для Чувашии. До сих пор его не отмечали и в других субъектах страны, кроме Краснодарского края, Псковской области и Карачаево-Черкесской республики. Считаю, что введение такого праздника – это признание того труда, который затрачивают на организацию проведения выборов члены избирательных комиссий. Это в подавляющем большинстве это очень достойные, принципиальные люди, искренне желающие процветания и стабильности для нашей страны. Грамотная работа с избирателями и в первую очередь с молодежью – залог всей растущей явки избирателей, отметил глава Чувашии Олег Николаев. Очевидно, что избирательные комиссии, организовывая выборный процесс, делают очень большую работу. То есть вот если мы говорим, что 9 тысяч человек работают в избирательной системе Чувашской республики, а избиратели у нас в Чувашской республике более 900 тысяч, ну, примерно 920 тысяч в этом году. Количество каждый год чуть-чуть меняется, либо увеличивается, либо уменьшается. Это связано с миграционными процессами. И вот эти 9 тысяч человек организовывают процесс, выборный процесс для того, чтобы люди, которые живут на территории республики, смогли реализовать свое право, закрепленное в Конституции Чувашской республики, Российской Федерации, право выбирать и через эти выборы закреплять путь развития региона, путь развития Российской Федерации. Высокая технологичность, современность, понятность, прозрачность и доступность для каждого избирателя – вектор развития избирательной системы Чувашии и всей страны. Рифат Фаткулин, Георгий Кривошеин, Республика.